Ну что, посмотрим сегодня рассаду, какая у нас есть здесь. Очень много у нас помидорчиков здесь есть. Вот таких вот уже готовая рассада в баночках. Сколько надо тебе, покупай вот этих вот штучек. Вот, и они у нас идут 3 на 9 долларов. Значит, каждая такая, 3 штучки берешь и 9 долларов стоит. А если одна, то 3,98. Вот разные у нас здесь есть гибридные какие-то помидорчики, потом черешневые, черри помидорчики, вообще меленькие какие-то, разные-разные. Так, помидоры, вот желтенькие есть помидорчики, а вот большие, которые будут, называются красный бифстейк. Красивые очень разные помидоры, желтые есть, желтенькие вот здесь вот, на разных. Также у нас есть здесь огурчики, потом у нас здесь есть скваш называется, я думаю, это типа кабачки такие, еще огурчики разные. Есть у нас арбузы, и все это 3 на 9 долларов. Также у нас есть зукини. Есть зеленые такие кабачки. Вот. Сколько хочешь. Никакой рассады дома не надо делать. Приходи, покупай, сади. Также у нас есть здесь клубничка, кстати, органика. Уже даже клубничка на ней есть. Еще вот манюнечка. Сади, и она будет разрастаться. Здесь Калифорния, она, ну как, вот круглый сезон. Одна цветает, вторая зацветает, плоды дает дальше. Клубничка домашняя будет. Уже какая классная. У нас есть здесь горький перчик, называется халапеньо. Уже такой большенький. На выбор. Это горький, горький. А вот это вот именно болгарские. Какие-то гиганты называются. Такие уже. Много их здесь разное. Здесь вот у нас мята растет. Тоже сади. Не, сказано не сильно на солнышке, наполовину, чтобы на солнышке было. В общем, чтобы половина дня было солнце, половина тень. И будет у вас чего только не захотите. Разное тоже. Здесь вот такое типа, наверное, джуса или типа. Здесь вот у нас кинза есть. Такая хорошенькая уже, по-английски силантро. Вот здесь вот у нас маленькие такие укропчики, зелененькие. По-английски это дил называется. У нас есть здесь мексиканский тарагон, это, наверное, тархун называется. Баклажанчики есть тоже. Сади, и будут у тебя баклажанчики. Вот здесь вот в зеленых таких, это все органика. Тоже идут здесь и баклажанчики. Вот. И перчик болгарский, огурчики. Все, что хочешь. Мята. Большой выбор. Что здесь хочешь? Вот есть побольше уже такие. Не манюнички, а побольше. Они по 6,98 стоят за ведерочко, но они уже не манюнички, а постарше. Клубника есть тоже уже постарше такая, тоже разные виды. А цветочки какие, смотрите, красотулечки. Вот этот вот один, этот стоит 4,98. Мы их называем здесь колокольчики. По-английски она называется петуния. Потом вот здесь вот тоже эти бомбочки такие, тоже по 4,98. Красиво как. А вот анютины глазки. Очень красивые цветочки. Сейчас вот как раз весна. Чего хочешь. А запах такой стоит. Прям обалдеть. Также у нас здесь есть небольшие деревца. Вот это вот у нас идет слива. И вот она по 26 долларов. 25,98. Здесь разных у них есть. А это у нас вот такие персики. Красивенькие.
тоже отдельно стоят, тоже по 26 долларов. Будет вот такой сорт. Очень много разных цветов. Вот это вот хавайский цветочек, хибискус называется. Каких только хочешь. А вот я нашла, называется blueberry. По-русски, наверное, это черника, ну или голубика. Она у нас стоит по 32,98. Кстати, запах такой очень вкусный, уже здесь цветочки. Вот. Такая у нас blueberry. Вот здесь вот у нас клен в таких больших ведрах и уже очень высокий, прям настоящий деревья. Называется октябрьская слава. Клен такой, вот таким вот он будет. Тоже это для тени деревьев. По 73 доллара. Такие уже прям хорошие взрослые это деревья. У нас красный закат, клен. Вот такие листики будут, я думаю, когда будет осенью он желтеть, краснеть. Тоже по 73 доллара в таких больших ведрах. Тоже очень-очень высокие. Такие вот у нас груши есть. Тоже большие деревья. Тоже по 73 доллара. Карликовые такие елочки есть. Так и называются, карликовые. Красивые очень. Это у нас пальмы по 15,98. Тоже от них хорошая тень. И очень красиво смотрится, особенно в Калифорнии. Вот такие пальмы у нас. Будет очень хорошая от них тень. Ну, вот такой небольшой обзорчик растений в магазине под названием Lowe's.